Народный молодежный театр «Благодатное небо» специально приехал к нам из Волгограда, чтобы показать «Русский крест». Причем орловскому зрителю это обошлось совершенно бесплатно. И зал был полон. Православный спектакль заинтересовал не только воспитанников воскресных школ и представителей духовенства, но и простых жителей. Не следует рассматривать эту поэму как историю жизни русской деревни. Это жизнь всех нас. Главное, чтобы костюмчик сидел, а если он еще и карнавальный, то восторженные взгляды обеспечены. Сейчас в народе все больше популярны костюмы мультяшек и современных киногероев. Именно такие фото и видео присылают орловчане и могут присылать еще до 14 декабря на очередную акцию медиахолдинга «Истоки». Лучший карнавальный костюм. Стало модно на корпоративных, школьных и клубных вечеринках перевоплощаться в сказочных и фантастических героев. Мы подумали, что интересные идеи наших творческих зрителей могут быть полезны всем, и организовали этот конкурс. Для 22 девушек продолжается подготовка к финалу конкурса «Мисс Орел». Час Икс наступит 15 декабря, и впереди у них еще не одна бессонная ночь. Но в рядах участниц волнения не переплетаются с негативными эмоциями. Все идет спокойно. У нас очень дружный коллектив. У нас девчонки, мы даже помимо конкурса, мы встречаемся, гуляем. Это, знаете, не так, что поучаствовали и разбежались.